В селе Бичурга-Баишево Шамуршинского района реконструируют школу. Учиться в обновленном здании дети начнут уже в этом году. Подробности в следующем материале. Капитальный ремонт Бичурга-Баишевской школы начался прошлым летом. Первый этап работ подрядчики успели завершить накануне Нового года. Именно тогда ввели в строй этот корпус с пластиковыми окнами и прочной кровлей. Приехавший на новоселье председатель правительства Иван Моторин пообещал, что работы продолжатся. В бюджете на эти цели заложили более 10 миллионов рублей. Вы получите комфортные условия для своей образовательной деятельности. Поэтому берегите школу, хорошо учитесь, все это будет на вашем. Это здание было построено более 30 лет назад. За долгие годы обветшали деревянные полы и оконные рамы, прохудилась крыша. Зимой в классах было холодно и грызть гранит науки детям приходилось в верхней одежде. На время работ учеников перевели в другие школы. Первая школа Юзащи, где я бы писал на Дубунжин. Ремонта в нашей школе мы ждали давно. Мы очень хотим снова сесть за парты в родной школе. Надеемся, что работы завершатся быстро. Завершить работы планируют раньше намеченного срока. Подрядчики продолжают обшивать кирпичный фасад утеплителем и сайдингом. Преобразятся и учебные кабинеты. Сейчас здесь штукатурят стены и меняют полы. Качество ремонта нас устраивает. Подрядчик работает хорошо. Надеемся, что к сроку 16 октября все работы будут завершены. Местные власти обещают, что по своей оснащенности эта школа ничем не будет уступать городским. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Арена Гобелян. Республика.